Сегодня в wellness-меню. Закуска. Как сделать крутое селфи, не выходя из дома. Горячее. Зумба. Рецепт солнечного настроения в любое время года. И на десерт. Как не растолстеть во время депрессии. Планету Земля охватила настоящая селфи-мания. Все, от мала до велика, фотографируют себя в разных позах и выкладывают свои фотки в социальных сетях. Селфи-мания превратилась в настоящую паранойю. Люди стали фотографировать, выкладывать в сеть не только свои лица, плечи и грудь, но и ноги, и другие интересные части тела. Особенно сходят с ума молодые девушки. Они готовы делать селфи в любых местах и в любое время суток. Селфи. От английского слова «селфи» – «себя». Разновидность автопортрета, заключающегося в съемке самого себя на фотокамеру. Это мой завтрак. Это тоже мой завтрак. И это мой завтрак. А это мой кофе. Это мой утренний кофе. Это мой капучино. Это мой вкусный капучино. А это я в ванной. Нет, это я в туалете. А это я. Это просто я. Это у меня болит голова. Это у меня не болит голова. Это мне хорошо, а это мне плохо. А это моя обувь. Это мои новые ботинки. Это я стою. Это я сижу. Это я проснулся. Это я сплю. Это я вижу сны. Это мне снится мама. А это я лежу на диване с закрытыми глазами. А это я лежу на диване с открытыми глазами. Сейчас я вам расскажу о новом тренде в области селфи. Девушка. Да, что случилось? Ничего не случилось пока. Можно вас? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Зоя. Зоя. Красивое имя. Меня зовут Семен. Очень приятно, Семен. Меня тоже. Скажите, Зоя. Зоя, вы любите делать селфи? Конечно, кто же не любит? А скажите, Зоя, а вы знаете, как сейчас модно делать губы перед объективом камеры? Так? Утиные губки? Разве нет? Нет, это уже прошлый век. Показываю, смотрите, называется рыбий зевок. Вы вообще, вы видели, как рыбы зевают? Нет. В смысле? Никогда не видела. Надо было чаще смотреть в аквариум. В общем, смотрите, показываю. Вот так. Отлично, отлично. Давайте зафиксируем. Супер. Ой, супер, супер, класс, вообще, модно, да, да, очень, особенно вот это вот. Да. Очень. Спасибо вам большое, что просветили. Спасибо. Спасибо, да, и обязательно передайте всем своим подругам, как сейчас модно держать губы. Да, конечно. Что утиные губки сейчас не в тренде, а сейчас модно рыбий зевок. Теперь внимание, самое главное. Ребята, давай. Думаете, я чокнулся? А вот и нет. Теперь вам не... Вы потом еще будете меня благодарить за этот полезный лайфхак. Теперь вам не придется рисковать жизнью, взбираться на небоскребы, стоять у пропасти, чтобы сделать селфи, которое будет вызвать зависть у ваших родных и знакомых. Теперь вам достаточно сделать селфи на фоне хромакея. А уж потом вы можете подложить туда все, что вам заблагорассудится.
хорошая. Я тут в интернете наткнулся на информацию. Оказывается, мир охватила эпидемия зумба. Да, вы не ослышались. Именно зумба. Не зомби, а зумба. Это такая фитнес-аэробика. Говорят на форуме в интернете, что эта зумба спасает семьи от развода. Женщины становятся более раскрепощенные, мужчины более свободные, уверенные в себе. И вот я под впечатлением от этой информации решил на себе проверить, действительно ли это так. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я правильно попал? Здесь проходит занятие по зумбе? Да, по направлению зумба. Вообще, что такое зумба? Это танец, но он собран в такую концепцию, что выстроена как фитнес-программа, чтобы хорошо проработать сердечно-сосудистую систему, проработать все группы мышц, получить максимум удовольствия и уйти довольным и счастливым. Каждый человек может прийти на этот урок. Вот с таким прессом? С таким прессом, а уйти потом с кубиками подтянутыми. Кубиками в руках. Кому необходимо сбросить лишние калории, уйти с легкостью, улететь. А вообще зумба, это от чего ему произошло, зумба? Почему зумба? Почему не пумба, не пумба? Я думаю, это надо спросить создателя этой программы. А кто создатель? Бета Перес. Бета Перес. Он создал эту программу, и, соответственно, он ее запатентовал под таким вот веселым названием «Зумба». Это как балды. Сделал логотип, да, танцующий человечек, и, собственно... Ребята, танцуем зумбу! Да. И пошел. Да, и пошел. Абсолютно правильно. А я, кстати, уже получил, да? Да, если еще вот так сделать, если вот так еще сделать. Сильнее трясти. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, да-да-да-да-да-да. Вот видите, первое движение основное. Во, мне нравится. Вот это можно кайфануть от этого. А, я это где-то видел, вот это вот. Так, сейчас вспомню. Где же? Сейчас вспомню, где это видел. В Турции люди танцуют возле бассейна, вот эти вот, которые. Да, да. Вот эти, аниматоры, вот, они делали так, да. Но на самом деле зумба, она популярна во всем мире, ее танцуют в каждой стране. Зумба есть и аквазумба, есть зумба-тонинг силовая, а есть вот просто танцевальная зумба. Отлично. А больше движений в зумбе? Есть, в зумбе очень много движения. Ну давайте, может быть. Так, давай пару покажу, которые у нас будут в нашем танце. Несложных. Несложных. Надо стряхнуть с плеча грязь. Вот так. Какая-то обычная делает. Да, шух. И два раза с плеча. А, сейчас. Да. Вот, да. Шух. Налево, шух. Направо. Шух. 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 Ну, практически, да. И еще добавить эмоциональный всплеск. Улыбку на лице. Вот, да, 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 Семен. Отлично. Теперь еще одно движение. Мы делаем шаг на крест. Ага. Нога. Нога. Крест. Нога. Еще бедро. Еще бедро. О, отлично. Да, так-то. Назад, крест, назад, да, еще. Вот видишь, Семен, все очень легко и просто. А теперь мы с тобой встанем и сделаем волну вперед. И раз, о, и вперед, да, ныряй. Вот, да, еще ниже. Вот, Семен, вот видишь, какой ты пластичный. Итак, Семен, продолжаем. Продолжаем. Повторяйте за мной. Представь, что ты едешь на коньках. Едем. Так, молодец. Итак, добавляем руки. Один, дабл. Один, дабл, это что значит? Двойной. Ага. Семен не учит английский. Дабл. Сейчас. Подожди. Сначала мы едем на коньках. Едем на коньках, и вдруг потом что происходит? Встречаются руки. Наверх. Двойной. Да. Наверх. Дабл. О, я поймал. Молодец. Дабл. О. Дабл. Теперь Семен. Сейчас. Very sexy. Дабл. Дальше движение very sexy. Ты должен крутить бедрами. Покрутить, сесть ниже. Семен, садись. Вот так, да. А теперь в другую сторону. Покрути. И попой, потряси. Вот, сильнее. И вокруг покрути. Молодец. Снова стряхиваем грязь. Стряхнул,
Все, уже не стряхиваешь, да? Ну, можешь этот немножко вдох-выдох. Я знаю танец краба. Подходит зумба? Зумба подходит все. Да, я вижу, что я держу форму пока. Танец – это наша жизнь. Отравиться или повеситься? Нет света. Уже поздно. Я не вернусь. Ой. Сообщение с Фейсбука. Интересно. Кто это? Лена. Я сейчас точно повешусь. Нет, стоп! Стоп! Слушай, я уже ел! И тем более я не голоден! Вот правда говорят, люди в депрессии, они могут смести весь холодильник. В прошлый раз, когда я расстался с Надей, у меня просто поплыли все кубики. Что ж делать? Чем питаться, чтобы не поправиться, опять же, не повеситься, когда располнеешь? О, точно. Пойду посмотрю в интернете. Продукты против стресса. Черная икра, индейка. Да, кстати, бутер с черной икрой вполне помог бы мне забыть Свету. Ведь там есть этот триптофан. Триптофан – незаменимая аминокислота, с участием которой головной мозг человека продуцирует серотонин – небезызвестный гормон счастья, дающий ощущение радости и удовлетворения. В организме триптофан не производится, мы можем получить его только с пищей. Так как у меня нет ни икры, ни индейки, я буду готовить кашу. Готово. Вообще-то бананы по рецепту надо было обжаривать вместе с кленовым сиропом, сливочным маслом и сахаром. Но я этого не стал делать, потому что не хочу. Начну-ка я с ореха. Овсяная каша с бананом и орехами. Овсяные хлопья – 3 столовые ложки. Молоко – 200 миллилитров. Банан – 1. Орехи, соль и сахар по вкусу. Ну, чего ты не открываешь двери, не берешь трубки? Вообще-то мы расстались.
Я тебе прямо сказал, мы разные. Тебе нравится ночь в музее, мне нравится бриллиантовая рука. И как мы сможем существовать вместе? Это ты что ли сам приготовил? Естественно. Ты знаешь, я делаю гораздо вкуснее. Сюда нужно добавлять тертое яблочко. Ты меня цитатами из служебного романа не купишь. Ну какие цитаты? Я серьезно? Ну добавляй. Всегда с малиной по городу ходишь? Нет, только в гости к тебе. А в тебе все-таки что-то есть. Я не знаю, как у тебя, но у меня депрессия просто прошла. Слушай, приготовь мне что-нибудь с афродизиаком. Нет проблем. Дорогие девушки, никогда не бросайте своего любимого одного в депрессии. Особенно, когда он голоден. Это может для вас очень плохо закончится.